ебать нахуй, на то, блин. Была какая-то нагрузка, потому что там то, что с ливневки, она попадает иногда к нам в канализацию. Но у нас принцип такой работы, работа у нас всегда ведется, практически все колодцы, все трубы мы промываем, прочищаем. У нас практически как и круглосуточно у нас идет работа. У нас такого нет, чтобы это было сезонное. Потому что мы обслуживаем эти сети днем и ночью. На тех же станциях сидят люди посменно. В Алмате там же уклон, у них позволяет, а у нас степь ровная. Поэтому у нас везде стоят насосные станции перекачивающие. Ну, конечно, чуть-чуть это посложнее у нас работа. Тем более ливневка, вы сами знаете, у нас зимой она не работает, потому что все замерзшее. Ну и у нас, соответственно, климат другой. И, ну, такой дождь, я, допустим, первый раз такой вот. Ну а что уже делать? За 16-17 мая в итоге проливных дождей в городе образовалось 12 потопленных участков. За выходные было использовано коммунальными службами совместно с ДЧС города Астаны 72 единицы техники. Основная проблема потопления улиц являлась малая пропускная способность коллекторов магистральных и очистных сооружений ливневой канализации. За указанный период были потоплены 27 жилых домов в районе 40 и один жилой дом в Алматинском районе. И также было переселено в рамках этих мероприятий 29 человек во временное, ну, было предоставлено временное жилье в виде гостиницы. За выходные было откачано 6469 кубометров воды. Данная проблема будет решаться только при реконструкции очистных сооружений, расположенных в микрорайоне Акбулак. А там это, до нет, не до 30-го, до 17-го. Получается, там ливневок там недостаточно, либо их вообще она, нет? Она очень старая, то есть в связи с ростом города, это приоритетная застройка города, район приоритетной застройки города, да? То есть построенных коллекторов за указанный период, за ранее, до текущего момента, как период, да, этого недостаточно оказалось. Теперь очистные сооружения, которые расположены в данном микрорайоне, необходимо реконструировать. Мы разрабатываем проект. Реализация начнется в 2016 году, завершится в 2017.